Новая фишка. Готовим 2 пирога в одном противне. 4 яйца, 160 грамм сахара и 150 миллилитров масла. Добавляю 300 грамм муки потихонечку. Теперь 300 миллилитров молока. Разрыхлитель. Половину выливаю в миску и добавляю 50 грамм какао. Во вторую порцию я добавлю 50 грамм сухого молока. Размешиваем все хорошенечко и заливаем в смазанную маслом и припудренную мукой форму. Посыплю белую сторону темным шоколадом, а темную белым шоколадом. Отправляю в духовку на 35 минут. Получился замечательный пирог. Половина шоколадный, половина сливочный такой. Смотрите, обе стороны, чтобы было видно. Вкуснятина. Рекомендую попробовать. И вообще, двойные пироги. Вот пробуйте делать их. И заходите в телеграм-канал полезных советов по хозяйству по ссылке в шапке профиля.